Алексееву 256 килограмм. Сумма... Мировой рекорд в сумме так и остался у Василия Алексеева. Ну да, ну а вот последний подход Рахманова, это 195 килограмм, это, конечно, не мировой рекорд, но это, в общем-то, олимпийский рекорд. Да, да, новый олимпийский рекорд. Ну, вы знаете, тут очень интересно, Сергей уже говорил об этом. Если Юрий Квардонян закончил соревнование в весовой категории 82,5 килограмма с суммой 400 килограмм, да, с суммой двоеборья, то супертяжеловесы, и в частности наш Рахманов, завершил и победил на Олимпиаде Московской с суммой 440 килограммов. Это вообще, в общем-то, не так далеко одно от другого. Хотя, в общем-то, это так кажется на самом деле. Ну вот, эти 195 килограмм, победа и победа в итоге. В, рывке, да. В итоге Султан Рахманов толкнет 245 и повторит олимпийский рекорд 440. Рекорд Василия Алексеева в Монреальске. 440 в сумме. В итоге сборная СССР победила, завоевав 5 золотых.